Всем привет! На этом занятии мы создадим эхо-сервер. То есть такой сервер, который при запросе на URL slash echo с параметром message выдает значение этого параметра. А на все другие запросы пусть отвечают страница не найдена. Начнем мы вот с вот такого шаблона. Создается сервер и ему дается функция обработчик на request. Первый шаг обработки запроса это понять, что за запрос вообще к нам пришел. Для этого мы воспользуемся свойствами метод и URL объекта запроса. Запускаю, и обращаюсь в браузер к этой странице. Посмотрите, пожалуйста, я перешел по такому URL и оно при помощи консолок вывело, что метод называется get и вот что было запрошено. Обратите внимание, я сейчас переключаюсь на браузер и видно, что браузер ничего не вывел и он чего-то ожидает ответа, потому что сервер, если не дать явной команды написать что-то в ответ, делать ничего не будет. В этом явное отличие Node.js от многих существующих серверов, он делает только то соединение, что ему скажешь. Если ему не сказать, отошли ответ, он ничего не отсылает. Соответственно, получается, что соединение есть. Функция request отработала, но она ничего не сделала для того, чтобы ответить на него, поэтому запрос завис. И он будет висеть столько, сколько браузер или сервер считают нужными. Кому первому надоест, тот первый оборвет соединение. Итак, теперь давайте ответим сообщением, которое было нам прислано в параметре message. Для этого мне нужно понять, что конкретно в message здесь находится. Напомню задачу. Если URL вот такой и параметр message есть, то нужно отослать его значение, а иначе страница не найдена. Соответственно, для того, чтобы разобрать URL, можно, конечно, воспользоваться регулярными выражениями. Но в Node.js есть для этого специальный модуль, который так и называется URL. Использую его для того, чтобы разобрать переданную строку запроса. Соответствующий метод называется URL.parse. И сейчас я запускаю сервер снова, перехожу на нужную страничку. Вот какой запрос я получил. Больше всего нас здесь интересуют параметры query и pathname. Если у нас подходящий pathname и есть параметр message, а как определить, есть ли параметр message? Ведь у меня query это строка. Самый простой способ добавить еще один аргумент к команде url.parse, которая, если указано true, разберет эту строку в объект. Соответственно, точка message будет его значением. Если все это есть, то давайте ответим. Ну а если нет, Тогда нужно ответить страница не найдена». Для этого ставится соответствующий код ответа и тело страницы. Перезапускаю сервер и захожу в браузер. Ура! Все работает. Ну-ка, давайте теперь зайдем по другому URL. PageNotFound. Если сейчас открою вкладку Network, то здесь мы увидим, что PageNotFound имеет код ответа 404. А соответственно нормальный URL. Стандартный код ответа 200. Итак, эхосервер готов и работает. Нам было важно его начать, потому что эхосервер является прототипом реального приложения. Реальные приложения тоже получают запросы различного вида и выдают на них ответы. Следующая наша тема – это работа с заголовками. Я прошу обратить на нее особое внимание, если вы в серверной разработке новичок и раньше преимущественно разрабатывали на клиенте. Когда браузер делает запрос, то вместе с URL он отправляет дополнительную информацию, которая указывает, что это за браузер и детали того, что он хочет запросить. Информация это в специальном формате называется заголовками и доступна она так – React Headers. Например, в данном случае я сейчас запускаю, перехожу на страницу и вот заголовки, которые отправил браузер. Каждый заголовок имеет имя и значение. Обратите внимание, что все заголовки в Node.js имеют имя в нижнем регистре. Это особенность именно Node.js. В данном случае хост оказывается, передается в заголовке. Connection keep alive означает, что браузер хотел бы по этому сетевому соединению гнать новые и новые запросы. То, о чем мы говорили раньше. Connection 1, реквестов много. И далее детали того, что это за браузер и что он хотел бы получить. В ответ на такой запрос сервер отвечает, конечно же, телом страницы и тоже заголовками, в которых, в частности, находится статус. Как правило, статус это 200. Такой вот статус по умолчанию. Называется он OK, и означает, что страница сгенерирована нормально. Другой распространенный статус 404, который называется обычно not found, страница не найдена. Есть и другие статусы, например 403, доступ запрещен, или 500, серверная ошибка. Также есть и другие серверные заголовки. Давайте сейчас перезапущу сервер, обновляю, во вкладочке net захожу и вижу здесь в хедер все эти заголовки. Вот заголовки, которые браузер отправил, а вот заголовки, которые получил браузер от сервера. Я нажму View Source, чтобы получить более подробную картину. Появились дополнительные заголовки, это более полный вид. Статус, окей, okay, как мы говорили. И прочие заголовки здесь более-менее стандартные в данном случае. Давайте поставим какие-нибудь другие. Наиболее важные серверные заголовки, в которых обычно приходится ставить вручную, это заголовки, которые касаются типа содержимого или кэширования. Например, если я делаю веб-сервис, то я вполне возможно не хочу, чтобы результаты ответа сервера кэшировались. Для этого я поставлю заголовок «Cache Control No Cache». Можно сделать его даже чуть понадежнее, добавить еще опций, но для примера обойдемся коротким вариантом. Теперь запустим сервер и в браузере посмотрим, что у нас с заголовочками. Network. Изменения легко заметить, появился вот такой дополнительный заголовок, как раз тот, который мы высылали. Есть много других заголовков, с ними вы можете ознакомиться либо в описаниях протокола HTTP, в различных учебниках по кэшированию и так далее. А с какими-то заголовками мы еще познакомимся в процессе, когда они понадобятся. А теперь немножко отойдем от общего HTTP и вернемся к Node.js. Для того, чтобы работать с заголовками, у ответа response есть два метода, принципиально разные. Первый метод проиллюстрирован здесь. Статус-код ставится и setHeader, или есть еще метод remove header, добавляют или, соответственно, удаляют заголовок. При этом сами заголовки будут отправлены на сервер не сейчас, не когда написал set а вместе с ближайшей записью каких-то данных. Например, вызов res-end отправляет ответ и заголовки тоже. Второй способ управления заголовками называется явный. Выглядит он так. res.writehead. Дальше я пишу статус, там описание статуса могу написать. И объект с заголовками. Он отличается тем, что при этом заголовки пишутся в ответ тут же, не ожидая начала ближайшей записи. Иногда такое тоже бывает нужно, но обычно вполне хватает вот таких вот способов. Статус-код и сет-хедер.